живет как хочет, а она перенапрягается. Потому что он считает это нормальным. В его семье так жил папа. Так было принято, он привык к этому. Значит, ей надо было об этом узнать до того, как вступить в отношения с ним. Что за папа? Какая мама? Он живет как хочет, потому что так решил жить. Решил жить для себя. Почему человек приходит к такому решению, кстати? Потому что в отношениях же надо не только для себя жить, это же отношения, там же надо вместе. Почему люди создают семью, вступают в отношения с мыслью, что для себя, для меня, я буду ее использовать как кухарку для секса, для чего-то еще, чтобы она...